Всем привет! С вами я, Алиса. Сегодня долгожданное видео на моем канале. Я хочу рассказать вам о моей коллекции кукол Monster High и Ever After High. Ее главная фишка – куклы исключительно европейского выпуска. Если вы хотите посмотреть самое первое видео про полную коллекцию кукол, то ссылку на обзор я оставлю в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и тогда я сниму коллекцию 2017 года на все куклы. Данная коллекция собиралась с лета 2014 года, так как именно в это время началось мое увлечение персонажами школы монстров. Некоторые куколки пришли в недавних посылках, которые вы уже могли видеть, а кто-то ждал своего часа достаточно долго. Кукол я старалась расставлять по сериям и на подставках. Слева эверяшки, а справа монстряшки. Конечно, монстры преобладают, поскольку куклы Ever After High почти не продаются в магазинах Европы, да и их ассортимент намного меньше, чем Monster High. Ну а теперь самое время рассмотреть их поближе. В центр я поставила самых ярких персон Monster High. Без предводительницы школа монстров и поведение учеников покатилась бы к трам-тарарам. Поэтому стоит открыть коллекцию директрисы Bloodgood с конем Кошмариком. Рядом с коняшкой стоит певица Каста Фирс. И как вы можете заметить, у нее нет этого зачеса, а просто прямые волосы. Правее от директрисы особый случай – сладкая парочка. Тут находятся два пацана, танцующих голубое танго. Два Клода серии Sweet 1600 и полуторной базовой коллекции Skulls Out. А вот и украшение моей коллекции кукол – Кэти Нуар. Эта певица приходила в посылки из Италии в 2014 году, и это моя первая эксклюзивная кукла. Монстряшка, которая особо выделяется из яркой толпы, это черно-белая Франкенштейн из коллекции Skull Shores. Перейдем ко второму ряду, где стоят не менее значимые куклы. Это базовые монстряшки первой волны. Нефер Денил, Эбби Боминейбл, Рошель Гойл, Ребекка Стим, Торли Страйп, Гулия Елпс, также Дюс Гаргон, Клодин, Дракулаура, кошки Пурсифона и Мелодия, а также Оперетта. Следом видны подружки Клео и Клодин из серии Skulls Out. Данную коллекцию также еще называют полуторной базовой серией. Красавчик Дьюс – изюминка серии Dawn of the Dance. И на него лучше не смотреть, а то превратитесь в камень. Около Дьюса стоит его подруга – редкая монстряшка Клео Данил Гулру. Через несколько кукол находится и Дракулаура хэллоуиновской тематики. А вот и Аманита Найтшейд хитрым образом вырвалась в первые ряды коллекции. Она стоит рядом с Улой, поскольку у них достаточно похожие орнаменты в макияже. Семейка Вульф. Правда, частично. Клод Вульф с милашкой Хоулин. Рядом с семейкой примостилась Клавдия или же Клодия, но из серии Страх Камер Мотор. В руке у нее всегда с собой блокнот, чтобы сразу записывать туда свежие монструозные идейки. В третьем ряду находится серия 13 желаний, в которую вошли волчата Хоулин и Клодин, а также Джиджи Грант. Компания черлидеров хоть и не полная, но сильная, так как есть две дерзкие девчонки, Торли Страйп и Клео Данил, которые, если понадобится, зададут жару. На всеобщее обозрение вырываются Аманита с прекрасными крыльями, а также гибрид Клео Ли. Смесь Торли Страйп с Клео Данил из серии и мультфильма Freaky Fusion. Далее масштабная серия Скориш. Девчонки рядом с фиолетовым кабриолетом, художница Катрин, дизайнер Джина Файр, еще одно средство передвижения скутер, вдобавок Гулия Елпс, Дюс Гаргон, Скелета Калаверас, Клодин и Франкенштейн. Скара одинокая на данный момент представительница серии «Я люблю моду». Моя серия Ghouls Alive – Монстры оживают включает в себя Дьюса, Фрэнки, Спектру и Торли. Кстати, у Торы взгляд отведен в сторону, и это очень странно. Можно считать, что у меня эксклюзивная кукла. Серия Fred's Camera Action пополняется оператором Хани или же Хони, визажистом Вейперин и актрисой Элизабет. Монстряшки тоже идут в школу. И этому очередному кругу ада посвящена серия Scar Master, в которую вошли Кэти Нуар, Катрин Дмяу и Джина Файр Лонг. Лагуна Will Love стоит однёшенькой без Гила.
Правее от нее расположились Sony, входящие в серию Dead Tired. Это Claudine с двухэтажной кроватью, Laguna первой волны, а также Rebecca с бронзовым патефоном в руке. Танцевальная серия Dance Class включает в себя Rebecca и милашку Хоулин с малиновыми волосами, собранными в два забавных хвостика. Если монстряшки захотят попить кофейку или чаю с пирожными, то их с удовольствием встретит Хоулин Крипотерия и Венера Коффинбин. Помимо кофейной Венеры, в моей коллекции красуется еще и монстряшка из четверного набора Ghouls Night Out. Вдалеке можно разглядеть призраков из мультфильма Haunted – Призрачный. Это Вандала с большой шляпой пирата и зелененький Портер с баллончиками, готовый в любой момент раскрасить коридоры школы. И не только. Горящий Хисс из коллекции Classroom находится неподалеку от стеснительной любительницы животных Джейн Булитл. А Дракулаура Sweet Screams «Сладкие крики» не даст уснуть и спать спокойно куклам, смертельно уставшие. Кошка Зомби Шейк Мелодия будет зажигать на вечеринке без своей подруги Персефоны. Слоумо из пятерного пэка школьного совета находится в сердцевине коллекции и стоит рядом с Гулей. Миссию охранять школу монстров поручили катастрофе Тора Рестрайп коллекции Power Ghouls. Тора Garden Ghouls – кукла-новинка 2017 года. Она с крыльями, а обзор вы можете посмотреть через подсказки в правом верхнем углу или по кликабельным ссылкам в конце этого видео. На Твайлу Garden Ghouls я также снимала обзор, в котором я рассказала про особенности дочери Бугимена в этой коллекции, а также сравнила выпуски кукол. Больше всего меня удивили ее волосы, так что смотрите видео по ссылке в описании. А вот мы и перешли к куклам Ever After High, и эту линейку открывают одни из самых сказочных эверяшек из базовой серии – Китти Чешир и Сирис Худ. Далее я поставила двух Apple White, одну мою самую любимую базовую, а другую серии Way to Wonderland. Я не забыла и про Сидер, которая представлена в моей коллекции аж в двух экземплярах, первой волны и до выпуск. Я снимала эверяшную сенсацию и говорила об отличиях кукол, так что переходите на шок-новость по ссылке в описании. Рядышком находится еще одна моя любимица, Мэдалин из серии Way to Wonderland. Вдалеке стоит Блонди Локс, база первой волны. Сбоку куклы Трон Каминг, Брайер Бьюти, Рейвен Куин и Купидон, или же C.A. Cupid. И последняя открытая эверяшка, которая притулилась в самом конце, это базовая Розабелла Бьюти. А сзади открытых кукол я расположила куколок в коробках. С левой стороны мы видим Apple White, Madeline Hatter, наведение красоты. Далее желанный набор с базовыми Эшлин Эллой и Хантером Хансманом. Внизу прячется Raven Queen Legacy Day. А на самом верху, на видном месте, грациозно стоят Raven Queen и Купидон из серии Tron Coming. Под Raven стоит Вебарелла коллекции I Love Fashion, а правее находится утонченная скорежанка Катрин де Мяу. Ниже эксклюзивнейший набор Toys Aeros с Персефоной, Мяулоди и Торали Стрейп черлидеры. Правее скутер Гули. Над ним красуется Торали Страйп спортивная, а правее поющая Кэти Нуар серии Буйорк Буйорк. Еще один масштабный набор, который в свое время вызвал просто невероятный всплеск у фанатов Monster High, это сет Вульфов с Клодом Вульфом, Клодин, Хоулин, а также Клодией. Правее эверяшки желанный набор с Холли О'Хейр и Поппи, также Рейвен Квин наведение красоты, и под ней находится базовая Рейвен первой волны. Помимо кукол я сохранила питомцев персонажей, а также аксессуары. Их я положила перед куклами на самое видное место. Питомца Гули целых два, один от базовой, а другой от монстряшки со скутером. Наконец, я нашла применение картонной коробки, которая прибыла ко мне в первой части посылки из Италии. Туда я положила буклеты от базовых Ever After. У меня есть от Сидор, Розабеллы и Блонди Локс. Также диск от эксклюзивного Дьюса Гаргона коллекции «Рассвет танцы», карточка Клео Гул Рул,
карточка Apple White Way to Wonderland и одна по монстряшной хэллоуиновской тематике, а также огромное количество дневников от монстряшек. Хочется сказать, ну хоть одним местом жу их. Итого, моя европейская коллекция кукол составляет 13 открытых и 11 Ever After High в коробке. А кукол Monster High 72 штуки и 11 в коробке. Получается 24 долго и счастливо и 83 монстряшки. Всего 107 кукол! О, многовато! Застольничек перевалило! В заключение могу сказать, ставьте лайки, по ним я смогу определить, как быстро мне снимать свою полную российскую коллекцию. А также я очень буду рада поинтересоваться, какая коллекция кукол у вас. Будем с вами общаться в комментариях. Также следите за новостями ВКонтакте и Инстаграм. Ссылки я оставлю в описании. Участвуйте в наших розыгрышах и конкурсах на канале. Не пропускайте новые видео и обзоры. А на связи с вами была я, Алиса. Be cool and crazy! Всех вас очень-очень люблю! Пока-пока!